Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я, Эдуард Петер, и сегодня у нас с вами рубрика «Сделай сам». Но мы находимся с вами не в мастерской. Почему? Потому что я уже половину сделал, и то, что я сделал, не так сложно, чтобы этот процесс показывать. Сначала я скажу о идее, какая мне пришла в голову идея. Дело в том, что вы знаете, что я студийщик. Меня на улицу выталкивают, я только вот калашчика зарядил, выходи, стройся. Поэтому я все стараюсь делать в студии или дома. Даже вы помните, пенек мы с вами сделали тоже в студии, и потом получили довольно-таки неплохие фотографии. И так как вы у меня сейчас видите, это у нас уголь так продают в мешочках для шашлыков, да, по-немецки это называется гриль. И видите, что-то напоминающее грильную тарелку, то есть с ножками. Это, я буду говорить гриль, поэтому я уже привык к этому, поэтому будьте к этому терпимы. И идея была такова, что я наткнулся в интернете на красивые фотографии, сделанных с помощью вот этого шашлычницы или гриля. Там то курицы гриль, то там рыба, то еще что-то, мясо, естественно, шашлыки и так далее. Я так подумал, что было бы здорово, наверное, бы такие фото поснимать. Но, во-первых, я нахожусь в Германии. Здесь, чтобы мне надо ехать куда-то на специальную площадку, там выставлять и так далее. То есть, ну, ребята, это очень связано с большими проблемами. В том плане, что там ветер поднялся, зола полетела, там солнце вышло, ничего не видно и так далее. Поэтому я предпочитаю это делать в студии. И мне пришла в голову мысль такая, а что если сделать действительно такой холодный огонь, который все-таки бы напоминал, что это так, гриль, все хочу сказать, что это шашлычница. И вот смотрите, что я придумал. Я действительно в интернете заказал этот самый шашлычницу. Они недорогие, вот эти самые такие простые. И я купил гирлянду с мигающими лампочками. Сейчас продемонстрирую. Видите, уже у нас какой-то такой эффект есть, что что-то горит, переливается и так далее. Но мне это показалось мало, и посему я решил вот сюда поставить такой штуцер. Сейчас покажу поближе. И соединить его с другим. Вот так. Видите? А эту трубку я подсоединяю к банке, в которую планирую сделать пар или туман. У меня есть машина специальная. Ну, у кого нет, я уже сколько раз говорил, что можно, во-первых, изготовить. Или есть так называемые электрические сигары и так далее. То есть всегда можно найти выход, чтобы пропустить сюда пар. Для чего мне это надо? Потому что в этом случае я буду снимать в таком затемненном помещении, скажем так. И когда пар будет подниматься, он будет, во-первых, показывать, я думаю, что он будет показывать как бы дымок небольшой. И так как если будет попадать на эти светящиеся объекты, то и получится тогда как бы подсвечен такое пламя чуть-чуть, да? То есть вот это такие у меня задумки. Я еще не пробовал, один раз только мне пришла такая идея. И вот сейчас мы находимся в процессе как раз вот этого. Это настоящий уголь. Я хочу его сюда разложить аккуратно, так, чтобы прикрыть лампочки, не видно было. И уже потом снять. Вы будете участвовать в этом эксперименте. Сейчас я прикреплю эти ножки сюда. Тут есть специальные барашки в комплекте. Вот они. И вот они. И я думаю, что после этого мы начнем раскладывать уголь.
Ну, вот примерно так это выглядит. Давайте мы сейчас пар заготовим и потом эту систему попробуем. Вот я запасся паром. Теперь закручу сюда крышечку. Ну и давайте пробовать. Я сейчас свет выключу, чтобы эффект был получше. Включаем. Так, угли у нас есть. Пробуем пар. Не знаю, видно или нет, но пар идет. Сейчас я побольше сделаю. Если мы сюда положим еще решетку, ну, будет очень похоже. Так. Попробуем еще раз. Ну, прямо у меня такое ощущение, что здесь прям горячо. Вы знаете, вот действительно обманывает меня зрение и говорит, что действительно горячо, что как с опаской немножко угольки перебираешь. Ну-ка еще. Теперь. А, хорошо. Могу фокусы показывать, класть руки. Но, знаете, я вам говорю, полное ощущение, поэтому так кладешь аккуратно. В общем, ребята, я говорю, мне очень я рад тому, что эта штука получилась. Ну, теперь останется только фотографировать, но поэтому нужно сосиски. Первое, что буду делать, свои любимые сосиски. Ну вот, дорогие друзья, наш эксперимент на 100% удался. И, в общем-то, я этому очень рад, потому что затраты я все-таки понес, да, и мне бы хотелось, чтобы они оправдались. Теперь я уверен, что они, естественно, оправдаются, и я, не выходя из дома, могу грилить. То есть шашлычить на своей раклете, сюда выкладывать все красиво и не торопясь, с дымком, с огоньком все фотографировать. Вот поделился с вами такой идеей. Кому нужны будут ссылки на то, где это все взять, я оставлю внизу, я покупал на Амазоне. Я оставлю внизу еще такие ссылки, вдруг кто-то захочет последовать моему примеру, то я буду только рад. Вы знаете, я от вас ничего не скрываю. Итак, всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Пока.